тот вечер на улице Зинаиды Портновой было, как всегда, многолюдно. Проезжая часть рядом с перекрестком оказалась забита общественным транспортом. Жители Санкт-Петербурга после работы стремились домой. Но никто не спешил на помощь человеку, которого на глазах у всех двое мужчин избивали бейсбольными битами. 22-летний Антон Соболев не дошел до своего дома всего 200 метров. Было 20 часов 49 минут на часах, когда я ему позвонила на трубку. И трубку взял какой-то посторонний человек, который, ну, представляете, шок для матери, услышать голос постороннего человека. Думала, какой-то, ну, розыгрыш, там, отобрали или что-то. Как бы. Я даже не думала о смерти. И стали, значит, сказали, позовите отца, если это возможно. Я даже не поняла, почему зовут отца в таких случаях. То есть передала трубку мужу, и вот тут уже по его окаменелому лицу поняла, что-то случилось. Только спросила, он жив, муж помахал головой, и вот, вот так, собственно, об этом я узнала. Володь, привет, не тебя беспокоит. Володь, что ты красина резко стала? Там у тебя... В область пресная, да? А что там? А, на Садовое? Да вроде помех нет никаких. Нет, скорее всего, там вот эта парковка и так далее, там подобное. В общем, не идет-то ничего. Такие центры управления движением есть во многих крупных городах. Сигналы с камер, установленных на самых оживленных магистралях и перекрестках, круглосуточно передают ситуацию на дорогах. В случае каких-то затруднений или чрезвычайных ситуаций дежурная смена передает данную информацию всем заинтересованным службам, структурам города, в результате чего принимаются те или иные меры, а здесь сотрудники, находящие, координируют взаимодействие разных служб, в том числе, в первую очередь, сотрудников госавтоинспекции. Водитель, остановите, поинтересуйтесь, может быть, там ДТП там в районе Тишинки или в чем там дело. Я тогда сейчас с районом свяжусь. Происходящее на российских дорогах в последнее время называют войной. 35 тысяч погибших и 250 тысяч раненых в год в результате дорожно-транспортных происшествий. Тем, кто живет в мегаполисах, дорожная разметка все чаще кажется фронтовой полосой. 6.14. Необходимо навести порядок возле Филатовской больницы и санэты, как приняли. Ну, добрый час. Москва, 9 утра. Мы вливаемся в автомобильный поток на одной из самых загруженных магистралей столицы. Простая задача, которую каждое утро приходится решать миллионам водителей, целым и невредимым добраться из пункта А в пункт Б. Пристегиваем ремни. За рулем инструктор школы экстремального вождения Михаил Булгаков. У него тренируются водители из спецслужб. Задача на сегодня – проехать по Москве в час пик, строго соблюдая все правила. Вот пересекает одну сплошную линию, пересекает вторую сплошную линию. Причем это не просто на дороге сплошная линия, это в туннеле, где в принципе любое маневрирование очень опасно. Михаилу приходится тяжело. Сейчас он держит максимально разрешенную скорость – 60 км в час. Нас обгоняют с обеих сторон, то и дело кто-то подрезает. Что думают при этом в соседних машинах, догадаться несложно. Согласно исследованиям, в условиях мегаполиса человек за рулем быстро утрачивает эмоциональную стабильность. В самом обычном человеке война на дороге может разбудить инстинкт убийцы. И себя на этом ловишь, что проехав там, не знаю, 2 часа, уже начинаешь не то, что первым стартовать с перекрестка, да, а хочется просто, я не знаю, там, всех распугивать там и так далее, потому что это заражает, происходит эмоциональное заражение негативом на дороге. Сергей Шаломеев ехал в своей машине со своей знакомой. Водила девушка хорошо, да и маршрут привычный. Третье кольцо оказалось забито наглухо. Как и многие, они свернули на набережную Яузы, чтобы объехать затор. Стояла жара, машины еле ползли. Обычная ситуация. Двигаясь по главной дороге через Дворцовый мост, им, значит, на пути путь преградила автомашина Mitsubishi Jeep Pajero черного цвета.
Однако, значит, знакомая Шаломеева, так как двигалась по главной дороге, не уступила место этому джипу и проследовала вперед. Далеко вперед проехать не удалось. В районе Лефортовского тоннеля машина уперлась в пробку. Протиснувшись справа, джип подъехал вплотную. Водитель высунулся из окна и, не стесняясь в выражениях, начал оскорблять девушку за рулем. Сергей, недолго думая, вышел из машины. Водитель джипа и двое его друзей отреагировали немедленно. Драка завязалась прямо на дороге. В связи с тем, что Шаломеев был достаточно крепким мужчиной, высокого роста, ему удалось очень быстро разобраться с этими молодыми людьми, которые там через несколько минут ушли, покинули место происшествия и сели опять в свой джип. Значит, движение продолжилось, и Шаломеев вместе со своей знакомой свернули на улицу 2 Бауманская. Они двинулись дальше, но напротив проходной университета имени Баумана снова уперлись в пробку. На часах 2:30, разгар рабочего дня. Машины стояли плотно зажатые в заторе. Сергей начал что-то рассказывать своей спутнице, но его прервал страшный грохот. Кто-то с силой колотил по машине чем-то тяжелым. Посыпались разбитые стекла. Рванув ручку, Сергей приоткрыл дверь. К машине с оружием в руках бросились парни из джипа. Алексей Мороз в тот день стоял в пробке буквально в нескольких метрах. Из десятка свидетелей он единственный решился дать показания. Выбежало 3 человека, 2 были сбитыми, 1 с пистолетом. 2 сбитыми стали бить стекла у автомобиля. Разбили стекла, значит, 1 сломал биту, ее сразу выкинул. И 3 уже после того, как увидел, что бита сломана, делать выхода никакого нет, он выхватывает пистолет и просто-напросто взял и застрелил этого человека, который сидел рядом с водителем. Позже Алексей в точности смог описать, как выглядели убийцы. Запомнил белую и красную футболки. Он даже смог назвать марку оружия – травматический пистолет ОСА. Алексей видел, как после выстрелов Сергей упал на колени своей спутницы и уже не поднялся. Все это свидетель наблюдал, сидя за рулем, зажатый в пробке машины. Я хотел выехать и догнать, но бесполезно было. Сзади был приперт, и спереди газель стояла. Я следователю на допросе сказал, в чем они были одеты. Так как было тепло, естественно, они были в футболках. Один был в белой футболке, другой в красной. Вот третьего я не помню, потому что время уже все-таки прошло. Расправа над Сергеем Шаломеевым заняла всего несколько минут. Затем бандиты быстро сели в машину и уехали, бросив на дороге поломанную биту. Впоследствии она станет главным вещественным доказательством в деле о его убийстве. Но отпечатки пальцев на ней ничего не дадут следствию. Окажутся фальшивыми и номера джипа. Как будет установлено, за месяц до убийства Сергея Шаломеева они были украдены с другой машины. Следствием были также отработаны все возможные версии убийства. В ходе следствия нами отрабатывались мероприятия по возможной причастности лиц, с которыми Шаломеев вел свой бизнес, к данному инциденту. Однако данная версия своего подтверждения в ходе следствия не нашла. Сотрудники Басманной городской прокуратуры продолжают работать над расследованием этого жестокого убийства. Несмотря на давность происшествия, они надеются найти свидетелей. По средним подсчетам, на забитой транспортом улице их было не менее 50. Обидно одно, что столько народу, и никто ничего даже не сделал. Да, даже вот у каждого был мобильный телефон. Никто не стал даже звонить 02. Можно было хотя бы, когда начали бить, 5 минут, этого достаточно. Все стали объезжать, никто вообще даже не вышел из машин. Одиннадцать утра. С трудом пробившись по Ленинскому проспекту, подъезжаем к улице Якиманка. Здесь поворот налево с одной полосы. По установленным знакам с крайней левой можно проехать на Садовое кольцо или развернуться. Впрочем, на знаки никто не смотрит. Успеть бы увернуться от соседей по потоку. Здесь стоит несчастный регулировщик, который вынужден все это наблюдать, и он старается не вмешиваться в этот процесс. –
За год в России покупают почти 2 миллиона новых машин. И по мнению специалистов, этому рынку еще далеко до насыщения. В автосалонах очередь даже на дорогие престижные иномарки. Для многих автомобиль все еще роскошь, а не только средство передвижения. И чем роскошнее, тем лучше. Психологи считают это потребительской неразвитостью. Любопытная деталь. Согласно исследованиям, хозяева черных машин ведут себя вдвое агрессивнее, чем автовладельцы, выбравшие любой другой цвет. Потребительская наивность такая, которая у нас еще не изжита, она переносится и на машины. Вот это, ну, понимаете, это как-то по-детски даже немножко, да. Я думаю, что это в том числе следствие того, что мы очень долго были лишены вот радости жизни, да, разнообразных. Это пройдет, конечно. Но вот этот негативизм на дороге, его не так легко изжить, потому что вот он уже возник как некий менталитет, как некий стиль, как некий способ жизни на дороге. Человек, который приобрел себе мощную машину, да, он может принести большую беду себе, своей семье. Вызов поступил на пульт скорой помощи в конце рабочего дня. Тяжелобольному требовалась срочная госпитализация. Через несколько минут машина скорой уже неслась по назначенному адресу. Въехав во двор, скорая, как обычно в таких случаях, остановилась у самого подъезда, ближе катить носилки. Мы подъехали к дому, к подъезду, где проживал больной. Вот, с фельдшером поднялись в квартиру к больному, пока там родственники одели его, собрали. Водитель скорой успел развернуть машину и установить у подъезда тележку, когда во двор въехал джип. Его владелец подошел к машине с красным крестом и потребовал у водителя немедленно отогнать скорую с этого места. «Дай мне место припарковаться. Уступи дорогу там, типа, вот, дай проехать. Я вот здесь паркуюсь все время, вот, поэтому дай, я припаркуюсь». Водитель говорит: «У меня сейчас вынесут больного на носилках, тяжелого. Я не могу уезжать куда-то. Ну, не хочешь по-хорошему, будет по-другому». С этими словами владелец джипа отправился прочь. Водитель скорой посчитал, что инцидент на этом исчерпан. Неожиданно тишину нарушили звуки выстрелов. Посыпалось разбитое стекло. Водитель понял, что происходит, только когда увидел пулевое отверстие. Разгневанный хозяин джипа стрелял по машине скорой помощи, сжимая в руках автомат. За то время, что я работаю, да, уже 15 лет на скорой помощи, только вот. Это впервые вот со мной такое, с моей бригадой. Пули пробили лобовые и боковые стекла. По счастливой случайности бригада с больным на носилках не успела спуститься, и в салоне скорой никого не было. Осмотр обстрелянной машины не занял много времени. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, везти пациента в больницу уже не на чем. По рации связались с диспетчером, объяснили ситуацию. Диспетчер нам выслал другую машину, которая, к счастью, в это время была свободна и не было вызова. Где-то в течение 15 минут машина приехала. Пациента удалось спасти. Стрелок остался неизвестным. Несмотря на то, что врачи написали заявление, в возбуждении уголовного дела им отказали. Дело осталось еще одним дорожно-транспортным происшествием. Очень многие наши зарубежные коллеги боятся водить машину в Москве, потому что они расценивают нашу ситуацию на дороге как очень агрессивную. Их поражает то, с какой злостью в Москве люди ездят. Да? То есть, что они не то чтобы, скажем, они всегда конкурируют, всегда сопротивляются. И не то, что они не хотят пропустить человека, они даже не хотят закрыть дверь, чтобы машина проехала. Психологи предупреждают, что агрессия на российских дорогах приобретает масштаб эпидемии. Малейший промах, задержка на светофоре, неудачная попытка перестроиться – все провоцирует неконтролируемые вспышки гнева. Хуже всего приходится женщинам. По сложившимся стереотипам, многие водители видят в них потенциальную опасность. Недавно по просьбе Михаила беседовала с одной из его учениц. Муж ей сказал, что она дурой никогда ездить не будет.
Потом она пошла к инструктору автошкольному, который ей сказал то же самое, что она дура и никогда ездить не будет. Потому что у нее ничего не получается, и вообще ей опасно выезжать на дорогу, пусть она уйдет из автошколы, заберет свои деньги, потому что это не для нее. Она в конце концов уже в полном состоянии отчаяния пришла вот к Михаилу Александровичу. Просто с вопросом, я действительно дура и не могу ездить. Вот. Посадили эту злосчастную девушку, так сказать, за руль. Она совершенно нормально, спокойно трогается, останавливается. Ну, конечно, не очень уверенно, но тем не менее. При этом, по статистике, женщины крайне редко становятся участниками ДТП. А если и становятся, то это чаще мелкие аварии. Смерть на дороге предпочитает мужчин, как показывают исследования. Тех, кто выбирает мощные машины и агрессивный стиль вождения. Вот я, например, могу проехать в благодушном настроении не больше 3 километра. Через 3 километра обязательно кто-нибудь подрежет, кто-нибудь попытается влезть, кто-нибудь попытается вот обогнать из последних сил и встать передо мной на перекрестке, да, причем совершенно бессмысленное действие, да, я понимаю, когда человек спешит, реально, бывает, что человек спешит, он просится, его пропускают, он едет побыстрее, чем остальные. Дело в том, что у людей просто из принципа желание насолить ближнему, это ведь не VIP-водители, это не люди с мигалкой, это обычные, нормальные, рядовые водители. Тем не менее, они друг на друга огрызаются, они постоянно друг друга провоцируют, да, на какие-то вот неприятности. Если у них есть возможность проехать у вас под носом, они обязательно проедут. Если у них есть возможность там встать на минимальную дистанцию сзади и ехать давить, вот пустая дорога, едете вы, за вами едет джип. И вы начинаете нервничать, почему он едет, что ему надо, почему он упирается фарами в ваш багажник. Тем не менее, он так едет, он так развлекается. Ему так интересно. Татьяна не хочет, чтобы ее узнавали в лицо. Говорит, что устала делиться горем и не выдержит очередных соболезнований. Ей страшно раз за разом переживать тот день, когда убивали ее сестру Людмилу. Она помнит его буквально по минутам. Я пришла домой в 11:00, где-то в 10:30. Мне позвонила подруга ее и сказала. Причем у меня не было никаких предчувствий, у меня ничего не ёкало, ничего не тикало. Вообще у меня никаких не было абсолютно. И она мне говорит, Люда умерла. Я говорю, как умерла Люда? Ее мужик под машину бросил. В тот день Людмила Балышева вызвалась подвезти подругу за ребенком в детский сад, а заодно и помочь с уборкой территории. По дороге девушки прихватили еще одну знакомую, Настю. Решили, что втроем быстрее справятся с работой. Это был ребенок. Господи, она выглядела лет на 10, на 15, моложе своих лет. Это было похоже на 20-летнего мальчишку. Как на нее могла рука подняться, я не понимаю. Я не помню ее не улыбающейся, она все время улыбалась. Это был добрейший души человек. Ей можно было позвонить в любое время. Говорит, Люда, вот там нужно там что-то там помочь. Но у нее был всегда один вопрос. Да не вопрос. Срывалась и ехала. Дорога до детского сада, к которому направлялись подруги, была хорошо знакома, и Людмила уверенно вела машину. Девушки шутили и строили планы на вечер, когда их подрезал новенький Hyundai. Людмила ударила по тормозам. Возмущенная опасным маневром, она крикнула водителю что-то обидное. Ну, в тот день на Волочайской улице я был в своей машине. И перед моей машиной на проезжей части одна машина подрезает другую. Мужчина, который подрезал, выходит. Начинает ругаться. Там сидела там женщина за рулем. Из своей машины Сергей видел, как из автомобиля, который подрезал Hyundai, вышли 3 женщины. Одна из них направилась прямо к водителю. Завязалась словесная перепалка. Обычная сцена в пробке. До трагедии оставались считанные минуты. Потом мужчина на каком-то этапе уже психанул, грубо говоря, это не мужчина. Драться там вроде как не пристало. Высказал, пыл свой слил. Уже он пошел к машину садиться, уезжать вроде там вдогон. Одна из женщин ему еще там видно что-то обидное. Он обратно вернулся уже там, это выскочил даже из машины. Он уже даже сел в машину, там чуть не трогаться начал. Настя Кузнецова пыталась остановить конфликт.
Но водителя Hyundai Алексея Малинина это привело в ярость. Внезапно он схватил Настю и отбросил ее на кузов автомобиля. Людмила Балышева, не раздумывая, встала на защиту подруги. Но мужчина легко справился с хрупкой девушкой. Схватив за куртку, он повалил ее на дорогу. Последнее, что Люда увидела в своей жизни, огромное колесо МАЗа, который медленно полз прямо на нее. Она схватилась левой рукой, успела схватиться за его куртку. Она пыталась удержаться. МАЗ ехал на очень медленной скорости, но он ее держал, чтобы она не выбралась. Ее давило медленно, она умирала в сознании, ей голову давило в сознании. Сергей Смирнов наблюдал за конфликтом. Он не вмешивался в ситуацию до тех пор, пока не услышал пронзительный женский крик. Одна из женщин там завопила там на всю округу. Вот у меня звук включился, я уже вышел из машины. Подошел, увидел вот эту, что женщина лежит, там понятно, что что-то с головой там, потому что кровавое это все. Вызвал по 02 сразу милицию, девушек такой стопор, у мужчины сначала стопор. Мужчина потом как-то резко с места сел в свою машину и быстренько с резким ускорением уехал. Сотрудникам ДПС оставалось только записать показания свидетелей и номер машины, на которой скрылся убийца. Он был обнаружен через несколько дней. Владельцу Hyundai Алексею Малинину суд назначил 9 месяцев поселения. Сестра погибшей Людмилы оказалась не согласна с решением, даже ознакомившись с документами, которые показал ей следователь. Там сплошные нестыковки. Когда проводили следственный эксперимент, не пригласили никого из участников конфликта самого. Ни Матвееву, ни Кузнецову, никого не пригласили. Меня вообще в известность не поставили. А одним из свидетелей проведения следственного эксперимента была жена Малинина, которая шла свидетелем по делу. Как вообще такое могло быть? Центральные улицы уже забиты под завязку. Настоящий кошмар начнется, когда наступит вечерний час пик. Но и уже сейчас Михаилу требуется все его мастерство. А у тебя зеркало складывается? Ауди уже на полметра. Чуть левее, правее возьми. Там забор железный. Ползаем на Бауманскую улицу. Дальше по знаку движения только прямо. Тут нужна особая осторожность. Ведь на знак никто не смотрит. Вот сразу две машины прямо перед нами неожиданно поворачивают налево. К ним присоединяется еще одна. Вот любого человека спросите, да, вот давайте обсудим ваши водительские качества. Что человек сделает, скорее всего? Он вот так вот закроется и скажет, а что, езжу как все, нормально. Он не будет обсуждать свои трудности, свои проблемы. Он никому про это не расскажет. Почему? Потому что ему стыдно, все скажут, а, лох, ездить не умеет. И вообще, что это так медленно едешь, да, там? Ну, вот как мы с вами говорили, что на хорошей машине обязательно надо втопить газ. Ряд американских психологов считает, что агрессия на дорогах – это не хулиганство, а болезнь сродни алкоголизму. Частые вспышки эмоций приводят к патологическим изменениям в организме. По статистике, каждые 10 минут на американских дорогах гибнет один человек. Причем не обязательно в авариях. За последние годы более 200 американцев были убиты и 11 тысяч ранены в потасовках между разъяренными водителями. Всплеск дорожного насилия заставил американскую полицию ввести единый номер, по которому водителей призывают звонить прямо из машины и сообщать об агрессивном поведении на дороге. На заправках в некоторых штатах раздают специальные открытки. Достаточно вписать номер машины, поставить крестик против нарушения и опустить в почтовый ящик. Если таких посланий наберется с пару десятков, вами займется полиция. Я вот вспомнил одну историю. Наверное, лет 15 назад у меня сидели два моих хороших товарища, американцы, в машине. Я их вез в аэропорт в Шереметьево. Мы попали в жуткую пробку. Ну, они по-русски тоже разговаривают. И я с ними
попытался как бы решить этот вопрос. Говорю, давайте правила нарушим, я найду маршрут объезда. Они, нет, ни в коем случае, правила не нарушаем. Я говорю, ну самолет же опоздаем. Будут еще самолеты. И все, они благодушно задремали оба на заднем сиденье. Мы стояли 40 минут вообще без движения. Что человек понимает, что это опасно. Нарушать правила опасно. И делать этого нельзя. И все, самолет будет еще. Причем психология такая. Если мы опоздаем на этот самолет, то, наверное, так и должно быть. В России расчет строится не на сознательность водителей, а на ужесточение правил. Выше штрафы, строже наказание. Однако достаточно выехать на дорогу, чтобы понять, лучше не стало. Поэтому, мне кажется, необходимо, конечно, рассматривать поправки в закон, вносить изменения, усиливать ответственность преступников, особенно материальную. Не виноват, тогда хотя бы рублем плати. В следующий раз будешь знать, как буянить на дорогах, будешь знать, как себя вести в случае дорожно-транспортного происшествия. И, конечно, не должно быть таких случаев, когда преступник явно уходит от ответственности, и, будем говорить, у всех людей это вызывает чувство социальной несправедливости и горечи, и неверие, в общем-то, в силы государства защитить интересы данного конкретного гражданина. В тот вечер Наталья отправилась встречать мужа с работы, прихватив с собой детей. Дочка шла рядом, маленького Дениску везли в коляске. На обратном пути всей семьей зашли в универмаг за обновками для малыша. Домой торопиться не стали, решили прогуляться. Это решение стало роковым. Это случилось на углу этого дома. Он тогда строился, здесь был забор. Мы возвращались вчетвером. С коляской тут по этой дорожке, вот так, мимо тех палаток проходили и решили перейти, потому что здесь стройка, здесь дорожка. Около вот этого дома молодой человек сдавал задом на 99-й. Сначала ехал медленно, потом резко нажал на газ, врезался в нашу коляску. От удара коляска зацепилась за фаркоп машины. Сергей отреагировал немедленно. Закричав, он бросился к водителю. Наташа тем временем схватилась за коляску, пытаясь ее отцепить, но это не удавалось. Сергей пытался открыть дверь машины, но в этот момент водитель нажал на газ и резко тронулся с места, увлекая за собой коляску с плачущим ребенком. Что могу сказать? Я был в шоке, супруга тоже. Все кричали, орали. Извините, 8:30 вечера, 21 марта. Здесь очень много народа, очень много. Просто можно было выйти, остановиться, разобраться. Молодой человек решил по-другому. Закрыл дверь и поехал вперед. Причем с очень большой скоростью, я вам честно скажу. Вот, все это на глазах. Представляете, коляска, машина, сзади коляска с моим ребенком, да? Я, то есть, у меня глаза на лоб вылезли, побежал за ним. Сергей бежал рядом. Он кричал и колотил кулаками по багажнику машины. Наташа из последних сил цеплялась за коляску. Но водитель переключил скорость, и машина понеслась по улице. Происшествие имело место на улице, на улице Профсоюзный, дом 156, на маленькой дорожке. Дальше выехал на улицу Теплый Стан и по ней в направлении улицы Академика Вальди до перекрестка осуществляет левый поворот на нее, потом через дворы и снова выезжает на улицу Вальди. Сергей Быков оказался на месте гибели сына раньше всех. Он приехал на машине ГИБДД, которую случайно остановил на улице. Позже на суде водитель автомобиля заявит, что не видел коляски с ребенком и не слышал криков. Но Сергею в это верится с трудом. Ему непонятно, как вообще такое могло произойти. Здесь едет, он все едет. На самом деле, как он говорит, 50 км в час, да? Мы примерно сейчас столько же едем, да? 50 км в час, он говорил на суде. Вот здесь наверняка машину... машина, может, не заносит, коляску точно ведет. Это тоже чувствуется. Если кому-то непонятно, кто за рулем не ездит, это... он, видимо, сворачивает, сворачивает сюда, с коляской тоже на полной скорости, во дворы. Человек местный знает, да, как уехать отсюда.
Нормальное расстояние, чтобы не заметить, да? В тот вечер на улице и во дворах было много народу. Но водитель упорно мчался вперед. Вся милиция и отдел госавтоинспекции Юго-Западного округа были подняты на ноги. Патрульные экипажи прочесывали квартал за кварталом, но преступник сумел затеряться во дворах. Брошенную им машину найдут в тот же день. Вот здесь, у дома 21, корпус 2, теплостан, автомашина была обнаружена. Стояла у подъезда, в открытом состоянии. Вот водителя на месте не было. Мы знали уже практически, кто владелец. Естественно, машину пробили сразу же. Вот. Но до владельца дозвониться не удалось. Машина использовалась по доверенности на тот момент. Нашли в бардачке этой машины при осмотре заказ наряд на выполнение работ по ремонту этой машины. С указанием контактного телефона, мобильного. Телефон не отвечал. Пробили этот мобильный телефон в экстренном порядке, кому он принадлежит. И после этого у нас появился первый адрес, соответственно, лица, который находился за рулем. Поиск водителя не занял много времени. Им оказался 23-летний Денис Толстиков. Позже он утверждал, что не заметил коляску с ребенком даже в тот момент, когда она перевернулась на дороге. Вот в этом месте как раз коляска отцепилась от автомашины, перевернулась, и ребенок погиб. Водитель, не останавливаясь, с места скрылся в направлении улицы Виноградова. Погибшему Денису был год и 8 месяцев. Водитель тащил коляску с ребенком несколько километров, так что стерся даже железный каркас. Не заметить, не почувствовать, что коляска сзади, и, как он говорил, на суде ехать там со скоростью 50 км в час, это... Ну как, я не знаю. Давайте консервную банку вон прицепим, слышно будет, да, в салоне? А здесь целая коляска. Если показать, там вот коляски, вот, сбоку железные дужки, они все стерлись. Потому что он ее боком волочил, она же не на колесах ехала, она упала на бок. Уже на суде Денис Толстиков заявит, что слышал крики Сергея и видел, как он бежал за машиной, но при этом утверждал, что просто испугался, когда незнакомый мужчина начал стучать кулаком в стекло. Этот аргумент суд учтет как смягчающее обстоятельство. И за гибель малыша водитель получит 3 года поселения. Возможно, за хорошее поведение он окажется на свободе гораздо раньше. В России у каждого дорожно-транспортного происшествия есть своя цена. Выехав на дорогу, человек мгновенно попадает на линию фронта. И там уже вопрос, да, там оттуда мигалка пошла, отсюда пьяный поехал, отсюда джип подрезал, да, там. А, тут чайник робкий выезжает из двора, тоже хочется его шарахнуть как следует, потому что он мне мешает, да. Вот эта ситуация на дороге, она у нас такая, в других странах все-таки не так. Там бывают идиоты, как в любых странах бывают идиоты, которые, да, нарушают правила. Бывают пьяные, бывают сумасшедшие на дороге. Их можно, так сказать, увидеть даже просто вот будучи туристом, да. Но, тем не менее, вот такой тотальной ситуации там нет. Час дня. Мы окончательно застряли в пробке. Впереди остановка. Трамваю дальше проехать некуда. Машины набились в 3 ряда. Выходящие из вагона пассажиры привычно лавируют между ползущими автомобилями. Вот посадка-высадка происходит, пассажиров, и едут машинки. Тоже грубейшее нарушение. Мы обязаны дождаться, пока закончится посадка-высадка. Вот еще человек идет по дороге, машина уже поехала. Сегодня ситуация с безопасностью на наших дорогах накалена до предела. Случаев, когда незначительные конфликты решаются с оружием в руках, становится все больше. Специалисты утверждают, споры между водителями и пешеходами нередко заканчиваются трагедией, и в числе пострадавших в результате оказываются и те, и другие. Часто раскаяние при этом приходит слишком поздно.
ту ночь на одной из улиц юго-запада столицы прозвучали выстрелы. После осмотра места происшествия следователь Никулинской городской прокуратуры Александр Баканов не сомневался. Один из автовладельцев отстаивал здесь свою правоту с автоматом в руках. Приехав на место происшествия, мы обнаружили припаркованный возле осветительного вот этой мачты асфальтоукладчик, который находился вот в этом месте, и непосредственно КАМАЗ, который был полностью загружен асфальтом. Была между двумя машинами вот на этом месте обнаружена лужа вещества бурого цвета и две совковых лопаты. Около полуночи на улице Рябиновой дорожные рабочие ремонтировали асфальт. Они успели снять старое покрытие, когда неподалеку остановилась блестящая иномарка. Из машины вышел человек и направился к ним. Мужчина заявил, что его автомобиль пострадал, проехав по разобранному асфальту. Обрушив на рабочих поток ругательств, владелец иномарки потребовал у них денег за лопнувшую шину и помятый диск. Разгорелся скандал. После чего рабочие пояснили то, что все вопросы будут, пускай задает и обращается к начальству. Молодой человек, выражаясь нецензурной бранью, сел в автомобиль и сказал то, что он сам с этой проблемой разберется. После чего скрылся в направлении кольцевой автодороги. Рабочие тем временем снова принялись за ремонт дороги. Они были уверены, что водитель иномарки всего лишь пугает их и наверняка не вернется. Но не прошло и 15 минут, как из темноты снова показалась знакомая машина. На этот раз ее владелец был не с пустыми руками. Он вышел из машины, вытаскивая на ходу из пакета автомат «Кедр». Направив автомат в сторону рабочих, он снова потребовал денег за нанесенный ущерб. Выслушав отказ, водитель нажал на курок. Он произвел в одного рабочего около 2-3 выстрелов, причинив ему тем самым ранение в область бедра, после чего начал быстрой походкой уходить к указанному, к своему собственному автомобилю. На помощь своему коллеге по работе бросился его родственник с лопатой. Указанный мужчина развернулся и произвел в него еще несколько выстрелов. 28-летнему Ягосу Манишвили пуля попала в живот. Мужчина скончался по дороге в больницу. Его коллеге Сирабу Качияну пуля прошла ногу. После расправы преступник сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. На вот этой вот местности было обнаружено при осмотре около 7-8 гильз от указанного автомата. Нами было осмотрено место происшествия. На прилегающем газоне было обнаружено еще две гильзы. В общем количестве около 10 выстрелов было произведено. Работники Никулинской городской прокуратуры немедленно начали поиски, проверяли все похожие машины. Розыски велись по всей округе, но оказалось, что прятаться преступник не собирался. Свою машину он спокойно оставлял на одной из ближайших автостоянок, где ее и обнаружили сотрудники милиции. Найти владельца оказалось делом техники. Им оказался ранее судимый Артем Турица. Нам очень сильно помог тот факт, что свидетели и очевидцы происшедшего запомнили марку автомобиля, модель автомобиля, цвет автомобиля и транзитный номер 3302. Было установлено, что действительно этот гражданин приехал приблизительно в этот период времени на данную стоянку. Соответственно, сотрудники милиции и оперативные сотрудники устроили там засаду около автомобиля. И спустя некоторое время данный гражданин был задержан. Позже состоялся суд. В ходе следствия и во время процесса обвиняемый не мог объяснить, отчего в тот момент его внезапно охватила ярость. Обвиняемый признает свои действия, то, что именно он стрелял из данного оружия, но не признает умысел на убийство. Но хочу обратить внимание, что человек, который вернулся домой, взял оружие и вернулся на данное место происшествия, он не мог это сделать без умысла на убийство.
Турица обвиняется в совершении трех преступлений, два из которых относятся к категории особо тяжких. И санкция статьи 105 части 1 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет. За расстрел дорожных рабочих на улице Рябиновой Артем Турица получил 13 лет лишения свободы. Это один из немногих случаев, когда преступнику не удалось избежать справедливого наказания. После работы Антон Соболев вместе с другом возвращался домой. Троллейбус, на котором они ехали, целый час пытался пробиться сквозь пробку. Улица Зины Портновой узкая и давно уже не справляется с огромным потоком транспорта. Он ехал домой со своим другом на троллейбусе двадцатки. Была большая пробка на Ленинском проспекте. Ну, естественно, троллейбус остановился, всех выпустил, они все пошли. Ну, не по газонам же ходить. Пошли по пешеходному тротуару, как все люди нормальные ходят. Хюндай зеленого цвета медленно полз вдоль тротуара к перекрестку. Молодой человек за рулем и пассажир были раздражены. Наконец появился шанс проскочить перекресток, но в этот момент троллейбус, замерший в соседнем ряду, открыл двери. Из салона высыпали люди. Машины снова остановились. Прямо перед капотом неторопливо прошли двое парней. Злоба захлестнула водителя и пассажира. Выхватив бейсбольные биты, они ринулись догонять двух приятелей. Сначала отключили его Диму, друга Диму ударили кулаком, он упал. А Антон, видимо, к нему повернулся, как я понимаю, почему? Потому что его ударили со спины. Он даже, наверное, этого удара, я думаю, даже не думал, что его ударят. Они достали бит, ударили по шее, один удар и все. Расправившись со своими жертвами, преступники сели в машину и уехали. Когда на место приехала милиция, Антон был уже мертв. Ирина Соболева вспоминает, что в тот вечер у нее было тревожное видение. Что я тогда почувствовала в эту минуту? Вы знаете, это было страшно. Потом, когда до меня дошло, то есть я в это время где-то приезжала недалеко в метро. Вот, и сидела, знаете, как усталая женщина едет вечером в 9 часу, да, сидя. Масса людей вокруг. Возле меня стояли два парня, такие хорошо, прилично одетые. Они мне совершенно не мешали, то есть стояли там, болтали, весь улыбались. И вдруг во мне какая-то, такая, знаете, вот, я не знаю, какая-то агрессия, вот такая, всплеск такой. Я вдруг ни с того ни с сего, я потом не могла понять, что случилось. Я захотела их избить. Вот, знаете, вот я представляла, как я их бью ногами, и причем по шее почему-то. Длилось буквально несколько секунд. И я после этого, как-то все это мгновенно прошло, и вдруг у меня так легко стало, свободно, ты такая счастливая стала. И я потом сообразила, что в этот момент убивали моего сына. Ирина Соболева оказалась на месте преступления раньше всех. Незнакомец, позвонивший по телефону ее сына, точно назвал место, где произошло убийство. Это как, знаете, в каком-то глупом кино, когда ты вроде играешь какую-то роль, но это как будто это что-то не твое. Я увидела сына накрытого уже, мне не дали его посмотреть. То есть, потому что, ну, следы преступления, там какие-то люди сидели, охранники или кто, я даже не знаю. В общем-то, никого не было, кроме его друга, который приходил в себя после удара. Ирина до сих пор не может поверить в смерть сына. Каждый день достает фотографии Антона и, перебирая снимки, вспоминает, каким он был. Любил жизнь, любил друзей. Строил планы на будущее. Эта фотография мне нравится почему-то очень. Он закончил техникум радиотехнический. Вот здесь он с мальчишками. Что-то какой-то праздник отмечает. Они в 9 классе, на выпускном вечере, танцевали танец «Иртаки». Представляете, несколько парней в простынях, в шлепанцах этих вьетнамках. Там стоял такой хохот. Позже кто-то из свидетелей скажет, что все избиение длилось пару минут. Эксперты насчитают на теле Антона Соболева 20 следов от сильных ударов битой. Друг Антона, с которым они в тот вечер добирались домой, остался жив. Юноша потерял сознание от первого удара. Как добивали Антона, он уже не видел. Чувствует себя нормально, так неплохо. Мы сейчас мало общаемся, нам, я думаю, что нам тяжело друг друга видеть. Он написал, он тогда составил фоторобот, но я думаю, что до конца он как бы это не запомнил, потому что все это произошло мгновенно, быстро. И
Но все-таки сыграла, наверное, роль та, что он без сознания был. По официальному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и перелом шейного позвонка, полученные во время побоев. Расследование дела взяла под свой контроль губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Но уже через месяц Ирина получила уведомление о том, что дело приостановлено. Она до сих пор не знает, кто убил ее сына. Езда без номеров, езда по тротуару. Ну, то есть там вообще просто. И, ну, если так торопился, езжай себе дальше. Зачем выходить и убивать? Ведь это последнее дело. Ну, хотел тебя показать королем, показал. Я осталась без сына. Ну, у нас горе в семье. А он стал убийцей. Я думаю, что это тоже не очень хорошо. Может быть, он и был уже до этого убийцей. Может, это не первая жертва. Было много просьб со стороны, там, по-моему, три канала просили, чтобы обратились люди. Но практически никого не было свидетелей. Видимо, боятся. Смерть сына разделила жизнь Ирины Соболевой на «до» и «после». Сегодня она старается обходить то роковое место на улице Зины Портновой. Сюда она приходит как на могилу с цветами. Здесь вспоминает подробности того страшного дня. Ну, просто, наверное, в этой суматохе никто ничего не понял, вот так скажем. Даже, может быть, не ожидали вот этого такого. Здесь, кстати, был гаишник, который, по-моему, отказался сюда прийти. Мужчина какой-то побежал, он сказал, за милиционером. Он тут не смог, видимо, эту пробку разруливал. Скорая не могла пробиться, но, в принципе, скорая не помогла бы, потому что уже было, ну, сразу же, мгновенно, умер. А я еще, понимаете, через час подошла, пальчики ему трогаю, говорю, он же еще теплый. А мне охранник машет головой, отойдите, не дает смотреть. Я попыталась в лицо заглянуть, но не дал. Ну, правильно, наверное, сделал в тот момент. Я так его лица и не видела. Через год после убийства Антона в этом же районе снова был сбит пешеход. И снова бейсбольной битой. Причина все та же. Водитель BMW хотел объехать пробку по тротуару, но ему мешали прохожие.